рождены, чтоб сказку сделать былью, преодолеть пространство и простор. Нам разум дал стальные руки-крылья, а вместо сердца пламенный мотор. Все выше, выше и выше стремим мы полет наш идти. И в каждом пропелле ряды спокойствие наших границ. Простая ввысь, твой аппарат послушный, или творя невиданный полет, мы сознаем, как крепнет плод послушный, наш первый в мире пролетарский флот. Все выше, выше и выше стремим мы полет наш идти. И в каждом пропеллере дышит спокойствие наших границ. Сегодня у нас на обзоре две шестерки, одна 89 года, другая 2000 года. Отличаются они немногим. Объемы двигателя на данной 1.3, на данной 1.5. Коробка передач, тут четырехступенчатая классическая, тут уже сами сделали небольшой тюнинг и поставили пятиступенчатую от семерки коробку. Также тут уже бесконтактная система зажигания стоит, карбюратор Solix, тут стандартный карбюратор. Но она полностью стандартная машина, кроме исключительно зеркал. Зеркала у них с кожи не родные в салоне данного автомобиля. Что у нас тоненький руль, поплеточки, тут якобы у нас под дерево закос, свет, габарит, включается бензин, показывает температуру воды, масло, давление, тахометр, спидометр, классическая для шестерки, борода, так сказать, как называют ее, кто у нас будет установлена от семерки, сами уже как холдили, четырехступенчатая коробка передач, все вставляется, работает. Небольшой бардачок, такой перчаточный ящик. Свет у нас тут выполнен плафонами двери. Они включаются вручную, либо через концевики. Очень нравится шестерочная фишка. Вот эти вот форточки. Вот их водитель очень давно открывал. Ими можно регулировать прямо на поток воздуха. Едешь, открываешь как надо и дует тебе. Мне очень нравилось это решение. У меня была такая шестерка. И прикольного крана обдувает тебя. Мягкие сиденья, бабушкин диван, как скажет наш Дима. Ручничок, у нас тут все удобно. Тут даже ручник работает, хотя для классики это редкость. Держится он у кого как. Но покупал трос, держался полгода, потом оборвался. Сзади диван тоже мягкий, удобный. Кстати, места достаточно много в машине этой. Никаких регулировок, там колонки по высоте, по вольт, конечно, тут и речи быть не может, потому что машина стара как мир. Но очень интересно по своей сути. Ну что, ребятки и девчонки, вы видели ту шестерочку дедовскую 89 года. А теперь мы посмотрим такой пацанский полутаз, классический. И что-то вроде как на спорт подтягивает. У нас, заметим, здесь стоит электронные часы, которые у нас показывают и температуру за бортом, и температуру в салоне, и вольтметр даже на нем есть, и секундомер, и каких-то 6 кнопок. Не будем их нажимать, мало ли что здесь произойдет. Руль. Там у нас был тоненький, здесь уже руль как от семерки. Мне такой руль совершенно не нравится. Мне кажется, шестерка это классическая машина, и в ней должно быть все под классику. Если тюнингуешь, то тюнингуй уже под полный спорт, как говорится. Обрезай, поднимай пневмо и так далее. Обратим внимание на нашу рукоять коробки передач. Нет, немножко не та музыка, но короче это Терминатор. Нажимается на кнопку, у него говорят глаза. Не знаю, видно. Когда батарейки садятся, он так помирает маленько. Короче, как все, как в фильме, все ништяк. Карбон. Карбон у нас здесь. Там было все у нас по дереву. Здесь идет уже молодежный вариант под карбон. Также такой же перчаточный ящик у нас здесь с многими там документами и так далее. Обрати внимание, огромнейшее зеркало. Такое сутенерское. Насажал туда баб полный вагон сзади.
и на каждый там, у кого что там посмотрел, о, у тебя там, это ништяк, ну нет, ты жирненькая, короче, раз так в зеркало еще побольше можно подвинуть, все нормально. Все так же самое, это у нас 2000 год, в принципе, здесь практически ничего не менялось, все так же, бензин, как ее, нагревается, когда вода, температуру показывает, давление масла, тахометр, спидометр, все так же установлены на том же месте. Есть одно но, которое мне вообще тут не нравится. Просто вообще-вообще. Вот это что? Это шестерка у нас или пятерка с семеркой? Я вообще не понимаю. Но если это шестерка, и она делается под классику, ну не надо вот такое ставить. Ребят, ну вы что, какие-то тут кнопки, хренопки. Должно быть все идеально идти, как в шестерке. Хера себе. Медали, да? Подлокотник. Ну, мягкий, да, удобный, но некрасивый, опять же. В принципе. Более-менее так. А, спортивные еще у нас. Поводки. Рукоятки, да, рукоятки. Как их? Дворники, нормально все. Но руль вообще. Да, он удобный, конечно, за него ништяк держаться. Но все-таки здесь машина, она под классику. Если ее брать делать, то делайте ее, ребят, под классику. Не надо никаких-то издевательств над машиной. Это все равно не спорт. Да, ставят турбодвижок, турбокиты, там, возможно, это будет крутая машина. Но нет, не надо, ребят. Мы в России, у нас должна быть классическая тачка. Шестерка под классику, это офигенно. Вот это будет классно. Ништяк колпаки. Там увидите. А так, 89-й год, по крайней мере, мне кажется, по салону уже точно выигрывает. Давайте мы сейчас еще лакокрасочное покрытие их посмотрим. Че, как, и сравним. 2000 год от 89-го. 2000, мне кажется, опять же проиграет. Ну что, Тим? Давай. Тебе как? Че больше, какая нравится? Ну тут родная краска, это видно сразу. Тут уже машина красилась. Кто ее красил, расскажи. Я ее красил 2 года назад. Она была у него во владении буквально 2 года назад, эта машина. Красил он ее в гаражных условиях из баллончика. Да, нет, пульверизатора. Ну, почти из баллончика. Ресивер 24 литра был. Не особо хорошо он красил, он постоянно подплевывал. Ну, да, видно, да, что он подплевывал так конкретно. Нет, плевал так, что нет, заминал это, просто это все. Уже вдарил хозяин новый. Конечно. Замял ее, подкрашивал. Ладно, давай посмотрим, что у нас тут в багажнике. Нет, тут кнопка выведена, смотри, я включу. Закрыт, что ли? А, ну ладно, тут что-то... А, во, модная тут тема. Соляной. Я говорю, это не классика, вообще далеко. Смотрим, вот, что у нас здесь. Запасочка, как и должна быть стоять. Там еще должен быть родной данкрат такой. Пися в писю назывался он. Расставляешь и пошел поднимать. На... Нет, тут у нас лежит такой данкрат уже новомодный. Насос. Насос у нас, гляньте, есть и механический, и электрический. Все ништяк. В принципе, все, что должно быть в шестерке, здесь лежит. И даже масляный фильтр на всякий случай. Ну, тут надо еще 2 ключа. Один на 13, другой на 17. Ну да. Чтобы всю машину перебрать в дороге. Короче, закрываем. Пойдем смотрим там, что у нас. Идеально, бля, ребят, идеально. Просто вы посмотрите. 89-й год. На тачке ездит. Это не та капсула времени, поэтому у нас и называется почти капсула времени. Это не та капсула времени, на которой, да, там... Ее законсервировали, пришли, сняли. На ней ездят. Посмотрите состояние. Все в родной отделке. Буквально все практически. Даже колесо под защитой спрятано, которое на кнопочках вот отстегивается. О, троса там специальная. Вот он, этот домкрат. Сними, а. Пися в писю домкрат называется. Вот он. Который вставляешь, чпок, дырка в дырку. И пошел поднимать машину. Ну все, ладно, хватит, а то это выпуск. Опять плюс 18 для будет. Также, смотри, у них отличается цвет обшивки. Тут парка черненькая, тут уже у нас такая бежевая будет. Ну да. Это кремовый цвет ведь у нас, да, правильно? Кремовый. Или как еще их называли, цвет сафари. Все в хроме. Идеально закрывается, вот прям вот хром оригинал. У них еще отличие, вот это вот, как сказать, не юбка, вот как железная тут. Идет и спереди, и сзади такая насавочка. Их почему-то любили отрезать все. Зачем, я не знаю. Мне кажется, это еще плюс дополнительной защиты, если что. При ударе. Случае, конечно. Вот эти клыки, штуки мне нравились. Клыки. Ими очень хорошо было парковаться куда-нибудь, при ним ориентир. Да, клыком раз прям, а там нет. Уже если припарковался, то все, меняй свои. Поэтому бампер у нас был тут разбит. При парковке у нас бампер сломался. Пойдем наперед посмотрим, что там у них спереди. Колпаки, да? Да. Оригинал и типа под закос, под америкосовский. Называется. Нет, под америкосовский закос. Вот.
на шестерках никогда такого не было. Ну они смотрятся красиво. Смотрятся, большие. Конечно, красиво. Такая была резиночка, Атлас назывались эти резиночки. Конечно, белые. Была, да. На копеечках ставили. Угу. Но вот это лучше, ребята. Это классика, это оригинал. Ему ничего никогда не будет. Нержавейка, полирну. Резина Кама 205, а тут у нас что? Кумхо, по-моему. Кумхо. 185 на 65. Вот и все, о чем говорить. Либо ты на Каме, либо ты на Кумхо. Ну что, открываем двери. Здесь смотрим и здесь давай сразу. Все опять закрыто у нас. Давай, ну-ка, отойдет, не мешать что. Так, открываем двери. Тихо. Они не дойдут. Вот так, дойдут, что как. Ну давай, смотри, что тут. Как? Что у нас, хром тут есть. И вот тут вот. Хромовые вставочки, тут их нет, разумеется. Конечно, их там нету. Это же спорт классик машина. И стекла не родные, стекла менялись. Тренировка, я говорю, вот это тренировка. Здесь тоже тренировка. Вот этот дядя Коль, давай там. Да, мы ему скажем, снимай. Не надо тебе вот это. Почему она уже сама ликвидируется? Ты не трожь, что еще придется тонировать тебе ее полностью. Также у них порожка отличается. Тут тоже из нержавейки порожек. Вот здесь, да, у нас, блин, сильно хлопнуло. Ну я привык, просто русские машины там не закрываются, а тут все закрывается лучше, чем в BMW и в Audi. Тут хром у нас, как бы под хром, китайский, да, закос такой. Здесь у нас обычная решетка. Черненько. Ладно, идем вперед, смотрим. Катапочка-то, смотри, есть. А? Вот она фишечка-то моя любименькая. Ребят, помните все, да? Эту хрень, которую подходишь, так зажигалка. Ну, кто угонял, тот поймет меня, да, ребят? Молодость была босоногая. Вот так и зажигалочкой. Тут все падает. Хлоп, окошечко открываем, садимся. Какая-то... Есть что, я вам это не рассказываю. Смотри, какая тут ручка красивая, стильная. Тихо, ты что? Всегда мечтал такую ручку себе туда поставить. Тут все оригинально, все буквально. Посмотри, вот сними пороги. Машина 89-го года. Пороги родные, даже родные, ничего не крашеные. Тут нет, знаете, вот когда гниет, вот этим черным покрывают, как она, типа антикоррозийкой, да? Антигравием всяким. Антигравий, тут такого нет. Мовилем. Тут все родное. Вот даже звук. Звук разный. Что, открываем капоты? Давай. Открываем капоты. Ну что, смотрим, чем отличается подкапотное пространство машины из СССР и машины уже 2000 года, когда Ельцин там хуйню сотворил. Значит, смотрим сюда. 2000 год машина. Это что, блядь? Это шумка такая. Это шумка, да? Хорошо, пускай это будет шумка. И шуба. Это что у нас тут такое? Плюс 30 у нас шумка, шуба в двигателях и так греется. И плюс вот такая вот у нас... Защита от холода стоит. Я больше от звука. Она немножко такой, знаешь, децибел один убирает. Смотрим на движок. Вроде бы чистенький, да? Его перебирали. Ну, конечно, недавно. Перебирали. Тут все меняли, походу. Не вот они, все ключи, которые должны быть. Ах, аж неохота смотреть. Все, идем в 89-й год. Посмотрите, ребят. Значит, сказка. Ни одного какого-то ключа. Вот что значит шумочка. Вот так она должна быть. Все оригинальное, везде пробитое, даже рылюха оригинал еще стоит, СССРовская. Это просто, это ништяк вообще. Смотрите, все рылюшки еще СССРовские стоят. Нет, вот это сделано в России, вот он наш ВИН-номер пробит. 1989 год, сделано в СССР. Здесь же у нас что? Здесь у нас не пойми что. Ничего непонятно. Все отшкрябно. Вот что значит, да? Качество СССР и качество России. Вот вам и пожалуйста. Ну что, можно давай посмотрим их, не да? Да, ну а подвиг, они отличаются еще системой сжигания. Тут бесконтактно стоит. Карбюратор тут поставили соли. Тут родной карбюратор. Ну и объем. Видали? Там надо хлопнуть, тут надо просто бросить. Вот так вот. Давай смотрим, что тут у нас спереди. Как это у нас правильно? Не мыльница, а как они? Очки-то. Очки, да. Очки, да? Очки называют, смотрите. Вот черный, да, с белыми фарами. Ништяк. Сделано в СССР. Вот сними поближе, чтобы все видели, что это сделано в СССР. Вот надпись. А, и вот а фары уже эти. Халоген сделаны в России. Ну ладно, бог с ним, еще бы. Они бы не дожили с 89-го года до нашего времени. Они рассыпались бы. Конечно, они все уж там пожелтели. Это ладно. И вот посмотрим, здесь хромированы у нас. Хромированные очищенцы. Мне кажется, черный с хромом намного лучше смотрится. Она морда теряется просто. Просто да, ее как-то она не выделяется, скажем. Фары вообще не выделяются, где-то там потеряны вдалеке. И это дизлайк станет это. Дизлайк. Нет, вот дизлайк просто. Болт откручен, тоже дизлайк.
Ну, на ней надо работать. Конечно. Если ты делаешь ее... Нет, просто надо определиться. Если ты делаешь классику, надо делать классику. Если ты просто не едешь, то просто не едешь и не трогаешь. Да. Отвалилась на меня. А вот тут вот вроде как такие, да? Типа кастом классик, классик, да, опять же у нас. И вот эти вот дворники. Вот. Ни к чему. Мне кажется, там должны быть дворники тоненькие, хромированные, с надписью СССР пробитые. И правильно? Зеркало хром. И зеркало тоже хром. Такие зеркала были на Audi, пускай на Audi не остаются. В Impera уже видно, заводской раньше как хром делали. То есть 89 лет. И 89 лет, подожди. И она ездила, и зимой, только зимой ее мобилем этот покрывали. 27 лет машине. Вот, вот смотри. А там был куплен новый бампер в том году. И после первой же зимы он стал рыжий. То есть его взяли, зачистили, покрасили обычной серебрянкой. Опять же, до следующей зимы. Летом придется опять так же его красить. Вот этот бампер красить не надо еще долгое время. Ну что, ребят, итог такой у нас. То, что раньше было лучше, и я буду всегда говорить, что раньше было лучше. Да, газон возьми, да? Было дело с душой. Сколько эмоций от этого, блин. Мы зачистили со старыми машинами, надо переходить чуть-чуть поновее. Да не, неохота даже. Ну что, давай, за конец, да? Да, не, мы еще прокатимся и расскажем про эту часть немножко. Надо прокатиться, да? Да. Ну поехали. Все, мы это отпускаем дедушка, а то он кашу варить собирался. Да, на рыбалку ему пора, деду. Там, не знаю, удочки сейчас караси половит, а потом домой. А мы еще прокатимся, да, и попробуем. Чё, ребята, движок на этой тачке, вот зессерал маленько, но работает четко, прям, и сцепление сразу прям у верхов подхватывает. В общем, живая машинка. Короче, мы решили сделать такой небольшой опрос, нравятся ли тёлкам такие тачки или нет. Погнали. Все валят за границу, а я, наверное, останусь. Девчонки, а можно опрос? Нравится машина такая? Нет? Блять, нихуя. Не ведутся, да? Девушка, у нас опрос, нравится машина такая или нет? Нормально, да? Вот, спасибо. Один лайк есть. Поехали дальше. Девчонки, у нас опрос. Вам нравится такая тачка или нет? Да, нравится. Нормальная? Ништяк. Ой, блин, нравится. Девчонки, у нас опрос. Вам нравится такая машина или нет? Нормально? Это был сейчас. Ну так? Ну им было по 12 лет. Ясен хуй, им такие не нравятся, да? Они не понимают просто, что они не хотят от машины. Они надо крутую тачку, Порш, которую они видят только на картинках. Вообще не понимают, его молодежь пошла. Супер-супер-супер-гуд. Все нормально. Супер-гуд. В поисках жертв. Ищем. Пока что лайков больше, чем дизлайков. Все нормально. Тихо, блядь, газель, ты что нахуй? Ты не видишь, кто едет? Девчонки, у нас опрос. Нравится машина вам такая или нет? Не, ну правда, нормально? Ништяк. Лайк, дай толстушечку. Ребят, видали? Три таких прям, три больших лайка нам сейчас было поставлено. Едем дальше. Нравится? Ништяк прям? А колеса классные? Все, спасибо. Автомечтатель, подписывайся. Теперь иди давай. Понял, меня послали, теперь, говорит, иди давай. Пойди. Не, он просто, наверное, испугался, скажет, меня мама учила, нельзя к незнакомцам подходить, все правильно. У нас классический седан пятиместный, у него масса тонна 45. Что у нас тут есть по подвеске? Передняя подвеска независимая, в виде двух рычагов, две шаровые, 8, по-моему, 4 с одним блока, стойка отдельно от пружины. Вот, вот она. У нас мягенькая, стабилизатор тут. Сзади у нас зависимая рычажная подвеска в виде 5 рычагов сделана в продольных тяг. Тоже стойка отдельно от пружины идет, нерезной мост, подвешенный кардан через подшипник подвесной. Двигатель у нас тут 8 клапан установлен, 1.5, карбюратор тут Solix стоит, двигатель цепной, хороший двигатель, если ухаживать за ним, следить. А теперь песня. Все нормально, супер гуд, все нормально, супер гуд, все нормально. Девочки, видите, как все-таки
Некоторые ведутся, да? Почему некоторые? Почти все. Почти все, да? Кроме одной. Они только стеснялись. Ну, это одна. Она хотела, но она не смогла просто. Не смогла? Она сдержалась. Ты дал какие 3 большие лайка у нас было? Вот так вот. 3 лайка, ребята, это больших, это не то, что там по одному брать. Да. Что, дальше продолжим. По ней еще рассказать еще можно. Тут так, что бесконтактная сима зажигания через коммутатор. Говорят, лучше заводится. Ну, заводится она нормально. Если подгазовать, как обычный жигулик, то заводится. Ребята, у нас с вами был канал Автомечтатель. Хэштег у нас в инстаграме Автомечтатель. Все слитно. Туда выкладывайте свои фотки, делайте репосты. Подписывайтесь на наш канал. Дальше больше, больше и больше. Мы на нее наклеечку, да, наклеим нашу? Автомечтатель? Можно, да. Кстати, наклеечки заказывайте у нас. Автомечтатель, это все красиво. Бренд скоро будет. Ставь лайк. С лайки, да, еще.